Для рецепта этого вкусного и полезного салата я беру 2 отварные свеклы. Свеклу нужно потереть на любой имеющейся у вас терке. Я натираю на терке для овощей по-корейски. По-моему, так она получается особенно красивой. Чтобы быть точной, свеклы я взяла 420 граммов. Затем я порежу в салат половину небольшого пучка петрушки. Несколько веточек петрушки нарезаю мелко. И также в будущую вкусняшечку добавим 2 зубчика чеснока. Затем возьмем немного грецких орехов, которые идеально подходят к свекольному салату. У меня здесь совсем немного, только 30 граммов орехов, но, конечно, можно по своему вкусу добавить и больше. Орехами такой салат точно не испортишь. И еще один ингредиент, который идеально дружит со свеклой, это чернослив. Чернослива беру также немного, у меня здесь всего 60 граммов. Но опять-таки по вкусу можно менять эту пропорцию, добавлять больше. Сухую сливу нарезаю под стать свекле тонкими полосками. А теперь заправим салат вкусно и полезно, никакого майонеза. Добавляем 2-3 столовых ложки нерафинированного, ароматного и полезного растительного масла. У меня оливковое, но можно брать любое по вашему желанию. Приятную кислоту салату придаст столовая ложка бальзамического уксуса. Может быть, потом попробуем и добавим еще немножко больше. При отсутствии бальзамического уксуса можно взять яблочный, виноградный или просто лимонный сок. Также я добавляю небольшую щепотку черного молотого перца и посолим салат по вкусу. У меня это 1/4 часть чайной ложки соли. У меня чернослив сладкий и свекла очень сладкая, поэтому я больше ничего не добавляю. Но если у вас кислый чернослив и свекла не сладкая, добавьте еще столовую ложку меда. Перемешиваем и пробуем, достаточно ли нам соли, достаточно ли уксуса. Лично меня результат очень-очень радует. Получается просто невероятная вкуснятина. Я надеюсь, что этот рецепт порадует и вас. И рекомендую подписаться на канал. Нажимайте колокольчик, чтобы сразу видеть новые интересные рецепты. И спасибо вам за лайк, который вы ставите под видео. А также за то, что пишете ваше мнение в комментариях. А самое главное, я желаю вам крепкого здоровья, побольше радостных событий, мирного неба над головой. До встречи в следующем вкусном видео.